Постоянный призыв к внешности дестабилизирует женщину, а значит, снизводит ее к экспозиционным объектам. Мужское доминирование, которое помещает женщин в символические объекты, бытие которых обозначается тем, как их воспринимают, ведет к тому, что они находятся в постоянном состоянии телесной неуверенности, или, точнее сказать, символической зависимости. Они существуют в первую очередь для и ради взгляда другого, то есть в качестве принимающих объекта. А быть объектом существования, жизнь которого зависит от взгляда своего хозяина, делает из современной женщины одалиску, гарема. Разница только западного гарема от восточного заключается в том, что западная женщина согласна с позицией подавленной. Это идеал красоты по Канту и Матиссу, который рисовал оголенных одалисок. Подчиненная женщина пассивна интеллектуально и физически.